Позвольте спеть вам песня о храбром бренде Эко Фурили. Отправился он прославить себя, чтобы о нем все заговорили, чтоб каждый узнал об эффективном средстве от диареи. И сейчас узрите, дорогие друзья, что принесла нам эта затея. Множество конкурентов Эко Фурила встречал на пути, но своей дорогой решил наш храбрый рыцарь пойти. Не стал страшить он добрый люд сказами о диарейной напасти, а вместо страшилок развлек он ЦИАЙ, прорвался сквозь кластер. Выпустил он средневековый диарейный блокбастер. Выпустил он средневековый диарейный блокбастер. Отправился купец в далекую антисанитарную сделку заключать. И напало на него племя дикарей-диарей. «Спасите! Сделка срывается! Живот разрывается!» Услышали его клич деловые партнеры и послали на помощь храброго рыцаря Эко Фурила на верном коне пребиотике. Уничтожил Эко Фурил дикарей-диарей и помог восстановить микрофлору и справедливость. А говорят, деньги не пахнут. Эко Фурил. Диарея проходит как по волшебству. В нашей вселенной много героев, и даже был снеговник. И всех диарейных монстров меч Эко Фурила настиг. Хоть рынок за пандемией упал и было сложно расти, мы в категории номер два и все еще впереди. Улучшили рой и долю свою захватили. Добрый люд мы спасли, они эффект оценили. Теперь тебя знай, о храбром рыцаре Эко Фуриле. Теперь тебя знай, о храбром рыцаре Эко Фуриле. Теперь тебя знай, о храбром рыцаре Эко Фуриле. Диарея прошла как по волшебству, и жили они долго и счастливо.